Всем привет! Пришла очередная посылочка из Китая, с сайта AliExpress. Здесь у нас женские трусы для беременных. По-моему, розового и фиолетового цвета. Сейчас мы откроем и посмотрим. Здесь у нас пусто. Ну, я бы сказал, не фиолетового, а сиреневого цвета. Кстати, я думаю, говененький будет такой материал. Материал вроде как даже хлопок. Так. Такой вот он, с вот таким вот V-образным вырезом. Как бы вам его показать? Ну, собственно, суть вот в чем. Вот так вот они будут. То есть на обычных трусах эта часть вот так вот сходится. Здесь получается вот так. То бишь, здесь еще какая-то фигня, типа мусорка. То есть получается живот не давит вот эта часть на живот. Ну вот, плюс они такие, ну, я бы даже сказал, тянутся хорошо. Вот. Ну тут что-то на китайском. Элька. Здесь Made in China. Запаха нет. Вот. Что очень даже неплохо. Стоили такие труселямбы 90 рублей. Уже открываются. Вот, доставочка была где-то около полутора месяцев. Посылочка практически не отслеживалась. Вот. Так что здесь вот смысл тот же. Такая же басня. Вот. Вот как-то так. То бишь тоже запаха нет, тоже элька. Ну, вроде бы ничего. Вот, так что качеством я доволен, запаха нет, хлопок. Вроде как не это самое. Не какая-то там синтетика или еще что там, еще делает. Вот, и она вот здесь вот не жмет, он прям такие мягенькие, такие, ну, классненькие, короче. Вот, так что как-то так. Ссылочку на продавца, на товар оставлю под видео. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.